Продолжаем рассказывать о том, как в Чувашии отметили День Республики. Одной из изюминок праздника стало выступление детского сводного хора на Красной площади в Чебоксарах. Тысячи детских голосов, поющих в унисон. Известные песни, которым подпевала вся республика. Чувашские соловьи на Красной площади. Сводный детский хор поражает не только своими масштабами, но и профессионализмом. Тысячи голосов сливаются воедино. В сопровождении профессионального симфонического оркестра хор звучит особенно мощно. Управляет коллективом выдающийся музыкант, главный дирижер Чувашской государственной академической симфонической капеллы, народный артист России Марис Яклашкин. Воспитанники музыкальных школ искусств со всей республики и городов Чувашии исполнили гимн Чувашской республики, произведения русских и чувашских композиторов, известных практически каждому. Волнующе, грандиозно, удивительно – так можно характеризовать ощущения зрителей. Звонкие голоса детей тронули взрослых до глубины души.